Всем привет! В эфире ваш проводник в мир выходных и отличного настроения. Самое время задуматься о планах на ближайшие пару дней. А я прямо сейчас вам подскажу. Август – время отпусков, но что же делать, когда границы закрыты, а путешествовать, ну, очень хочется. Кино. Ну, конечно, отключаем сознание и переносимся в мир приключений и авантюр. Сегодня вечером киноэкспресс на набережной у Ладьи перенесет всех желающих в Индию. На экране «Миллионер из трущоб». Отдельные программы подготовлены и на все выходные. Так, к примеру, завтра в субботу покажут «Семейку Адамс», а в воскресенье состоится показ «Принца Персии». В художественном музее предлагают внутренний туризм. Там открылась выставка «Москва-Самара. Путешествие». Что есть путешествие? Приключения, дальняя дорога. А может, шанс изменить жизнь? Ведь говорят, что обратно мы возвращаемся совсем другими людьми. На эти и другие вопросы попытался ответить автор выставки. Эко-суббота состоится в музее «Модерна» на фестивале «Авоська». В программе лекции, круглый стол, эстафета и настольные игры. Экскурсия, посвященная одному из крупнейших течений в искусстве, рассчитана как на взрослых ценителей прекрасного, так и на подрастающее поколение. Об импрессионизме расскажут и покажут в субботу в выставочном центре «Радуга». Перед понедельником заряжаемся супер настроением и зажигаем под живую музыку на Ленинградской 77. Вас ждут традиционные американские стандарты 20 века, бразильские ритмы, фанк и джазовые аранжировки известных композиций. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!